Папа Альфа чисто. Мы на поверхности. Всем отрядом, вижу цель. База 1 есть. Чарли, понял, мы готовы. Принято. Начнем фазу 2. Патруль на 2 часа, ныряем. Не зевать. Понял, все тихо. Есть зацеп. Теперь на самый верх. Внимание всем. Альфа на точке. Что у вас? Право над площадкой. Чарли, жду указаний. ПНВ есть. И КМ-очки включены. Теперь тихо. Право на подходе. Принято. Выдвигаемся. Снимай его. Право на подходе. Чарли, это Альфа. Вы готовы? Принято. Всем отрядам приступаем к фазе 2. Есть. Понял. Входим. Все чисто. Лестница вниз. Южная сторона. Бойцы, внимание! Противник поднял ударный вертолет. Принято. Ждем. Во дворе движение. Вроде зэка ведут. Это не наш. За мной. Ждем, пока Чарли начнет. Потом идем к люку во дворе и входим. Стой здесь. Всем отрядом. Альфа на месте. Есть. Право готово. Чарли, готово. Сейчас рванет. Поберегись. 3, 2, 1... Давай. Они клюнут. Этих в расход. Они идут, спускаемся. Ко мне, живо! Браво, Альфа в туннеле. Вы как? Возле диспетчерской, ждем вас. Принято, мы у ворот, ждите. В
Всем отрядам начали. Браво, вырубайте. Есть. Темнота через 3, 2, 1. Поехали. Всем отрядам, ключи у Браво. Понял. Атакуйте только охрану. Начнется бунт, используйте зэков как прикрытие. Понял, только охрана. Есть! Там еще камера слева. Задай им жару. Понял. Открываем блоки с 1 по 4. Есть! Проверяйте следующий блок. Была тревога. Охрана знает она. Браво, открывайте камеры 2 яруса. Понял, открываем. Чисто. Блок проверен. Спускаюсь. Спускайся, 2-1. Аккуратнее, 2-1. Мертвые зэки не бунтуют. 2-1 вниз. Альфа на земле. Ждем тебя, 2-1. Чисто. Блок проверен. Спускаюсь. Спускайся, 2-1. Аккуратнее, 2-1. Чисто. Блок проверен. Спускайся. Спускайся, 2-1. Вниз. Аккуратнее, 2-1. Мертвые зэки не бунтуют. Браво 1, это Альфа-1. Открывайте 55-ца. Понял. Альфа идет на подуровень X-4. Не трогай заключенных, 2-1. Они нам нужны. Сюда, 2-1. Аккуратней. Контакт. Чисто. Альфа идет на подуровень. Пора забрать клиента. Готов заряд. Выбиваем. Альфа у цели, ждем. Выходи на свет. Давно не виделись, Иван. Прием, объект 627. Понял, открыть 627. Блестящий план. В любом плане, главное исполнение. Это только начало.
Внимание, он с нами. Выход на 30. Для меня это большая честь. Командир Макаров. 6 лет. 22 дня и 4 часа. Браток. Рад видеть вас обоих. Тебя тоже. Сколько вы добились из этой камеры? Это только верхушка айсберга. Внимание, это командир Владимир Макаров, позывной «Царь-9-0», главный. Я на связи. Начать фазу 3. Отбой. За мной. Ваня, план эвакуации прежний. Так точно, Альфа, командир. Побереги патроны для охраны. Поднимаемся на лифте, выходим через главный... Ваня, план эвакуации прежний. Так точно, командир. Поднимаемся на лифте, выходим через главный вход. Чарли будет ждать за мостом. Хорошо. Чем проще, тем лучше. До поры до времени. Контакт! Андрей, собирайся и выходим. Противники в раздевалке! Они у шкафчиков! Чисто. Альфа-2-1, Чарли. Главный с нами. Эвакуируемся. Приготовиться. Альфа-1, поднимаюсь на лифте. Главный с нами. Нужен транспорт. Как слышно? Внимание! Вверх под огнем! Вверх под огнем! Там противник! Принято. Ждите. Охрана прижала Браво наверху. Задерживаем вертолет. Зэки поднимут шум, чтобы отвлечь охрану. Это наш шанс. Задержка увеличит риск. Андрей, кто хозяева в этой тюрьме? Охрана? Или заключенные? Заключенные. Да, Андрей. Вот зачем им пушки. Отлично, боец. Подтверди это своими действиями. За мной. Внимание всем! На вышке пулеметное гнездо. Царь, хищнику, срочно отработай по вышке на дворе. Как понял? Принято. Хищники на подходе. Хищник в земле. Цель подтверждаю. В укрытие. Понял. Давай! Работаю, работаю. Пошла ракета. Попадание. Цель уничтожена. Тоннель на той стороне. Выход там. Вижу ворота! Идем, идем! Мы почти на свободе! Есть! Над нами их вертушка! Надо было сбить, пока был шанс. Она занята зэками. Разберитесь со стрелками.
вперед! Чарли, мы идем к тебе! Беги! Вниз! Боюсь, мать! Укрытие! Третий ранен! Бросай его, Ваня! Идем! Чарли должен был спить вертушку. Если есть проблема, ее надо решать. Иди вдоль обрыва к воде. Катера тебя прикроют огнем. Стрелки на стенах. Не отвлекайся. Иди к катерам. Командир! Давай, давай, давай! Повезло! За мной должок! Командир! Никаких долгов! Только преданность! Непоколебимая преданность! Секунд до точки! Хранитель 1, Браво 6, Браво прием. Ласвелл, начали! Джон, Макарова нет. Еще раз, Ласвелл? Макарова там нет. Он ушел, Джон. Отбой! Разворачивай! Разворачивай, ну! День 2, это Кило главный. Я в порту. Доложу, когда груз будет у меня. Ждите. Вас понял, Кило. Все в норме? Пока. Серьезная штука. Надеюсь, не понадобится. Держите периметр. На связи. Понял тебя. Дэн, пара. Как твоя мама? Она боец, как ты. Идем. Я сделала по-вашему. Поставила охрану. В порту никого, кроме нас, нет. А гавань? Закрыта. День как. Ладно. Фара, не мое дело, но... Говори. Этот груз ведь очень опасный. Ну да. Спустя годы в Урзыкстане снова мир. Мы живем спокойно. Умоляю, помоги сохранить мир. Для всех. Мы верим тебе. Обещаю. Твои контейнеры... Дэна! Твою ж мать! Давай! Повторяю, пехота вне укрытий. Огонь с нескольких направлений. Понял, оставайся на месте. Тень 01, Кило, слышишь меня? Кило, Фара, как слышно? Это Кило. Мы попали в засаду. Дэна убили. Это кони. Они повсюду, командир. Ракеты. Им нужны ракеты. Они их не получат, Фара. Мне нужно оружие.
Ищи контейнеры с эмблемой теней. В них все, что нужно для боя с Конни. Вывезли не только ракеты. Далеко не только. Счастье для тебя. Я у контейнера. Понял. Без снаряжения никуда, но между тобой ракетами целая армия Конни. Я не позволю Конни забрать ракеты, чего бы это ни стоило. Нам нужен запасной план. Командир, на судне были GPS-трекеры. Если повесить их на ракеты, мы их не потеряем. Я все еще не нашла контейнер. Адена знала, где они. Докладные должны быть в кабинете начальника. В башне. Так точно. Принято. Там вражеский внедорожник. Убедись, что твое оружие справится с броней. Тебя засекли. Атакуйте! Как ты его кило? Они подняли шум на весь порт. Отлично. Пойду на судно. Давай. На судне враги! Кио, нам нужны GPS-трекеры с судна и накладная из башни. Они прочесывают район. Сиди тихо. Я на судне. Трекеры были в рулевой рубке на мостике. Они интересовали только ракеты. Трекеры, трекеры. Тебя нашли! Их подкрепление на подходе. Надо найти трекеры! Иди на мостик и поищи трекеры в рулевой рубке. Уложила гада. Ищу трекеры! Иди на мостик и загляни в рулевую руку. Красивая работа. Трекеры должны быть где-то здесь. Были в рулевой рубке на мостике. Как ты его кило? Выдвигайся.
Ищу трекеры! Трекеры были в рулевой рубке на мостике. Иду на мостик за трекерами! Посмотри на столе, может, они там. Они тебя ищут. Не поднимай шума. Сообщаю. Кони перебили всю команду. Пусть они получат по заслугам. Пусть их жертва будет не напрасной. Задай им фара. Трекеры мы не прятали, должны быть на виду. Половина убитых – рабочие Дэны. Урзыкстан забыл о такой жестокости. Она вернулась вместе с Конни. Они должны быть где-то на виду, может, на столе. Выживших нет. Это бойня. Это были мирные люди. Ракеты должны были защитить их, а не погубить. Такое случается. Трекеры мы не прятали, должны быть на виду. Взяла GPS-трекеры. Отлично! Теперь иди в башню и бери накладную. Килу тень. Кони нашли один из наших контейнеров. Они их забирают. Одну ракету потеряли. Осталось только две. Если все ракеты свезут в одну точку, я смогу их отследить. Именно что если. Надеюсь. Этому кранты. Ты у контейнера теней. Бери, что нужно. БПЛА? Вид сверху. Нормальный способ подняться в небо. Хотя... Ищи контейнеры вслепую. Найди накладную. Ноль один, внимание, подхожу к башне. Внутри группа целей. Красотища. Кони идут к тебе, фара. Ложись, ложись! Уложила гада. Отлично. Надо найти накладную раньше Кони. В башне! Проверь кабинет Дэна. Третий этаж. Накладная может быть там. Внимание, Кони подняли тревогу. Они идут к тебе. Третий этаж! Это здесь! Посмотри на столе, накладная может быть там. Кони идут к тебе.
Пошли! Накладная нашлась! Принял. Сверяю со списком наших контейнеров. Есть. Проверь краны. Они сейчас могут выгружать второй контейнер. Быстрее, Кило. Время против нас. Иду к следующему! Как ты его, Кило? Контейнер наверху! Отлично! Ты знаешь, куда дальше. Вперед, Кило! Контейнер, и как можно скорее. Трекер.
Первый контейнер найден! Трекер на контейнере! Внимание, есть последний трекер. Кони уходят с обеими ракетами. Принято. Все правильно сделала, Фара. Доведи это дело до конца. Эхо, как понял? Отлично понял, Фара. Кони повышают ставки. Получили, что хотели. Мы продолжим борьбу. Бой еще не окончен. Эхо, Кила, чисто? Чисто. Шустрей. Понял. Иду к тебе. Прости меня, Дэн. Я отомщу мерзавцам. Клянусь. Командир! Ракеты были для защиты. Чтобы был мир. Но война опять начинается. Не кончившись. Вы нужны России. Они обойдутся. Что теперь? Ищем контейнеры. Я пойду с тобой. Нет. Похорони убитых и сообщи нашим, что Россия снова в Урзыкстане. Shadow Company тоже в игре. У них свой интерес. Так. Но сперва я свяжусь кое с кем. Милена. С возвращением. Владимир. Ты создала для нас армию. Дело выгодное и правое. Товарищи, мы снова вместе! Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делали в мое отсутствие. И наказать. Иван. Из-за того, что ты отверг мой план, мы потеряли драгоценное время. А время решает все. Командир, я принял правильное решение. Каждый несет ответственность за свои ошибки. Андрей, ты доказал свою преданность. Теперь ты. Моя правая рука. Спасибо, командир. Боевые товарищи, я был далеко, но я всегда был с вами. Теперь наши враги стали сильнее. УО захватили контроль над Урзыкстаном. И нам пора сейчас показать им настоящую силу. Это бой за восприятие. Ложь летит там, где правда. Ползет. Управляя мнениями, управляешь миром. Это наше оружие. Мы используем его в войне. И вернем славу России. Нашей России! Запад любит выбирать. Выбор только один. Принять наши условия. Каждая секунда на счету. После побега Макаров отправил бойцов в несколько точек. Ночью Кони напала на Урзыкстанский порт. Там была Фара. Цела? Она, да. В группе есть потери. Но и Кони здорово досталось. Молодец, Фара. Что украли в порту? Партию американских ракет. У Кони есть свои ракеты. Зачем Макарову именно эти? Надо выяснить. Я их отслеживаю, узнаю, где они, будем работать. Ты сказала, на нескольких фронтах. А где еще?
Прямо сейчас силы Кони собираются в районе Урзыктанской АЭС. Она работает? Заброшена после разгрома Баркова. А что там? Там вы четверо. И поскорее. Есть. Мы с Гоустом идем в разведку. Соп и газ на вас периметр. Если Макаров решит жахнуть, мы его остановим. Так точно. Браво, действуем. Минута! Ждем! Ящик готов! Наша снаряга, на всякий случай. Ну да. Рампа! На высоте 2000 над рельефом! Подошли! Начали! Встречаемся в точке сбора! Есть! Готов? Пошел! Хранитель 1, Браво, спутник над нами. Внимание, у Конни на земле 3 вертолета, отмеченные оранжевым дымом. Будут вывозить ядерное топливо. Так точно, эти вертушки – твои основные цели. Их уничтожение сорвет планы Конни. Принято. Занимаю позицию для контроля. Вижу тебя, капитан. Если что замечу, сразу сообщу. Спасибо, хранитель. Против Макарова нужны все, Джон.